Жители Муральска перекроют доступ к водоотведению. Это коснется всех злостных неплательщиков. Отключение от системы канализации будет проходить как в частных домах, так и в многоэтажках. Если ранее это было сделать проблематично, так как труба у дома общая, то скоро, как сообщили в Батыс-Суарнасы, их предприятие закупит оборудование, которое поможет перекрывать слив канализацию из конкретной квартиры. Коммунальщики говорят, что это вынужденная мера, так как долги постоянно растут. На сегодняшний день физические лица задолжали заводу уже более 170 миллионов тенге, из-за чего предприятие не имеет возможности обновлять технику и оборудование. Кроме этого, к должникам будут применяться и другие меры воздействия. Для эффективной работы нами был заключен договор с кредитным бюро. Мы им передаем сведения о имеющейся задолженности у потребителей. И при получении кредита у них будут возникать, соответственно, трудности.